Творческим завершением первого дня визита Алексея Лихачева в наш город стал большой концерт в Саровском драматическом театре. Солисты из городов присутствия госкорпорации исполнили 10 песен музыкального проекта, который посвятили юбилею «Росатома». Это показало в очередной раз, насколько талантливы российские атомщики. Это показало, насколько мы все с вами неравнодушные люди, поэтому огромное спасибо хочу сказать всем участникам проекта. Только живое исполнение и оригинальные аранжировки. На предложение поучаствовать в проекте откликнулись музыканты и певцы из 18 атомных городов. За 3 месяца отсняли 100 часов видео. В результате кропотливой работы в студии на свет появилось 10 клипов, которые показали всей стране уникальную объединяющую силу музыки. В стране очень много людей не знают, что в атомных городах очень много талантливых людей, что очень много скрытых. Потенциал, и всем кажется, что только в больших городах бывают вот такие звезды. Да. На самом деле в каждом человеке есть что-то, что можно раскрыть с разных сторон. И показать это всем. Мы рады, что наши города закрыты, показали всему миру. Репертуар проекта выбирали сами жители городов ЗАТО и присутствие атомной отрасли. Перед стартом записи клипов в интернете запустили голосование, по результатам которого определились самые популярные и любимые атомщиками песни. Клип на последнюю композицию «Ветер перемен» торжественно презентовали зрителям нашего города. А в финале вечера гитару в руки взял и Алексей Лихачев. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.